Приятной неожиданностью стала встреча с сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД России Кашхабльске для «Автоледи». В преддверии 8 марта традиционно госавтоинспекторы проводят акцию, в рамках которой поздравляют представительниц прекрасного пола с наступающим праздником. Стражи правопорядка вручали женщинам-водителям цветы, желая безопасных дорог и хорошего весеннего настроения. Кроме того, напоминая о том, что даже в праздничные дни не стоит забывать о безопасности на дорогах. «Автоледи», в свою очередь, поблагодарили дорожных полицейских за подаренное весеннее настроение.